Книга «Открытым оком», том 1, тема «Внутренний мир человека», вопрос 223. «Как узнать, в Боге ли ты живешь?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Имей хороших духовных друзей, глубоко верующих и старше себя возрастом. Замечай, какие тебе делают замечания близкие люди и на что ты обижаешься. Почти всегда это путь к узнаванию себя. Ставь всегда определенную цель – ближайшую, среднюю, дальнюю. И во всем находи образец к подражанию. Обязательно веди дневник духовного состояния, радости во Христе. Как часто тебя судит совесть за то, что говоришь и не делаешь? Есть ли отклик на твою жизнь и слова в ближайших к тебе братьях и в тех, кто еще за пределами церкви? Получил ли дважды замечание за одно и то же? Это очень плохо. Иоанн Златоуст советует ставить цель понедельно. И, закончив с одним недостатком, страстью, закрепить это, переходя к другому. Самый сильный враг в духовном росте – самость, эгоизм, обида. Христианин не только не может порождать конфликтную ситуацию, но должен уметь выходить из нее и впредь не допускать. Филиппийцам 4:7. Цитата. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». 1 Коринфянам 10:24. Цитата. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого».